25 июня, 24 год. Пасека, Тольский Майдан, Ефим Деряев. Всем большой привет с юга Нижегородской области. Дело к ночи, но еще не вечер. Пчелы сбавили темп. Летают очень вяло. Ну и ладно. В сегодняшнем видео хочу посмотреть и вам показать, как сработали искусственные маточники при постановке неплодных маток. Вот этот ряд доданов у меня, 7 штук здесь, это однорамочные отводки. Им, наверное, 5 дней. И при проверке позавчера я увидел, что в трех нет маток. Возможно, при облете потерялись, возможно, пчелы маток не приняли. Предлагаю посмотреть, как сработали эти маточники. Ну, заметив эту проблему, я дал неплодок в искусственных маточниках. Первый раз я это дело пробую. Ну и, в общем-то, интересно, как сработало. Вышли матки, не вышли, и приняли их пчелы или нет. Давал маток, заодно еще и подкармливал. Здесь вот у меня стоят кормушечки, вот такие пол-литровые. Думаю, что при кормлении прием должен быть более качественным. Дымарь зажигать не буду, надену только маску и будем смотреть. Корм пчелы выбрали, не поленились. Первую матку я сажал в пистолетике, но здесь был открытый расплод. Я немного поспешил, но думаю, ладно, проведу эксперимент. Все-таки, скорее всего, здесь прием не состоялся. Выпустили быстро, и не были они готовы к таким гостям непрошенным. Посмотрим, как получилось у меня сейчас. Брать приходится за середину, потому что одной рукой, потому что все на камеру. Так, вот он маточник искусственный, никотовский. Он пустой, вскрытый. Матка его покинула. Теперь надо ее найти, эту матку. Тут она или не тут? На этой рамке вот она ходит. Подрали они ее. Подрали, метка-то у нее вся. Не нравятся им метки. Так, не будем нервировать. А маточник я извлеку. Простенькое устройство. Ничего хитрого. Но сработало. Сейчас еще посмотрим. Две семьи. Продолжаем сказки дедушки Ефима про неплодных маток и искусственные маточники фирмы Никот. Охотно пчелки берут сыту из-под забруса. Отдать должное. Ну и под это дело должны все-таки они принимать маток хорошо. Посмотрим. Немножко мы их тут сейчас потревожим. В чем прелесть? В том, что они, пчелы, очень добрые. С ними работать одно удовольствие. Так, на этой стороне матки я не вижу. Маточник находится на этой стороне. Он тоже пустой, вышедший. Сейчас я его уберу. Матку я прежде услышал, только потом ее нашел. Скулила. Метку тоже ей отодрали они. Не нравится им зеленый маркер поска. Хотя есть мнение среди пчеловодов, что это самый нормальный маркер. Легко оттирается, вот что я вам скажу. И пчелы стремятся его оттереть. Ну что ж, матка дома, слава богу. Пчелы к ней вполне благосклонны. Но вот такая проблема наблюдается. Оттирают метки. И искать трудно. И, возможно, в связи с этим некоторые проблемы в приеме маток. Вот она, наша принцесса.
Пчелы с ней хорошо дружат, практически не замечают ее. С меткой все идеально. То есть метку не тронули. Маточник остался там. Приклеился к соту. Сейчас я его уберу. Ну что, метод рабочий. Можно использовать. Вполне себе. Из трех три выпустили. И даже не убили. Конечно, количество для какой-то статистики небольшое. Но в дальнейшем будем использовать. Какие-то будут у нас более точные статистические данные на пасеке об этих методах. Но мне все же с маточниками не понравилось ставить. Некоторые маточники замершие, ты теряешь время, вроде как не то не все получается. А здесь уже выпускаешь матку, ты ее уже пометил, ты уже знаешь, что это именно она, а не какая-нибудь посторонняя, случайная сельская калоша. Поэтому буду все-таки я этого метода придерживаться. Ну ладно, будем ждать облета. Через неделю надо будет навестить снова этот рядок и убедиться, что все здесь хорошо. Заодно, может, и вам покажу. До новых встреч, друзья!